Министр иностранных дел Казахстана не рекомендует соотечественникам отдыхать в Крыму. Сегодня в Астане в рамках заключительного дня Евразийского медиафорума глава внешнеполитического ведомства Ерлан Идрисов впервые прокомментировал нашумевшую новость о возможном уголовном преследовании казахстанцев за посещение Черноморского полуострова. Министр иностранных дел Казахстана подчеркнул, что объединение лучше, чем Европейский Союз, мир пока еще не знает. Мы уверены, что у Европы есть возможность преодолеть такие вызовы, как миграция и экономический спад. Ведь мир пока не создал лучшей модели объединения стран, чем Европейский Союз. Мы верим, что Европа играет свою роль и будет продолжать играть важную роль в мире. Сегодня же глава внешнеполитического ведомства впервые прокомментировал нашумевшую новость о возможном уголовном преследовании казахстанцев за отдых в Крыму. Мы с сожалением отмечаем, что наша территория стала объектом небольшого такого информационного соперничества, скажем так, наших двух братских народов и стран, наверное, избирать какие-то другие географические точки для проведения своего летнего сезона. Всем, чтобы не возникало таких вопросов. А вот тем, кто все же настроился провести отпуск в Крыму, Ерлан Идрисов посоветовал, цитата, «проявить деликатность и подходить к вопросу взвешенно и по-братски». А вообще чиновник уверен, что этим летом казахстанцы могут совершенно спокойно отдохнуть и в Турции.